Мне, наверное, следует больше молчать, не бояться поворотов судьбы и ответных чувств не ждать. Наблюдать за рассветом, наслаждаться закатом, только аналогово, без фотоаппарата. Следует верить, что энергия воздуха в птице, и что это не голубь, а душа мне на руку садится. Что реинкарнация существует, и Бог простит меня за веру в это. Что счастье случается круглогодично, а не только летом. Что влезу сандалии, только размером больше, пройдусь в них по Англии, Франции, а может больше. Да, все остальное ерунда, пока мы живы, мы счастливы. Да, все остальное ерунда. Да, все остальное ерунда, пока мы живы, мы счастливы. Да, все остальное ерунда. А когда в моем зеркале перестанет она улыбаться, следует верно напомнить, за улыбку надо сражаться. И это единственное, за что надо сражаться в мире. Улыбку детей, родителей, друзей, любимых. Это тихое счастье, когда заставляешь себя перестать ныть, чтобы дать установку.